Сотрудники госавтоинспекции проверяют соблюдение водителями правил перевозки детей. С этой целью утром и вечером инспекторы несут службу вблизи образовательных учреждений. Как правило, некоторые водители пренебрегают требованиям правил дорожного движения, полагаясь на свое водительское мастерство, и не задумываются, что в первую очередь рискуют жизнью и здоровьем своих маленьких пассажиров. Выявив нарушителей, сотрудники ГАИ составляли протоколы. Штраф в этом случае 3000 рублей. В целом за время рейда составлено 25 административных материалов за неправильную перевозку детей.